Всем привет, это Алексон Лео на канале Тактика Гвинта. И сегодня у нас несколько необычный выпуск. А на самом деле мы ищем автора и исполнителя вот этого трека, который вы слышите. Наверное, в первый раз на моем канале я подключил музыку. Смотрите, откуда вообще взялась эта музыка? То есть у нас в группе возник этот вопрос. Джезус, соответственно, скинул этот трек, который у него на телефоне уже примерно 4 года. То есть сейчас мы ищем конкретного исполнителя. Мы сначала подумали, что это музыка из третьего Ведьмака, и возможно, что это трек исполнителя, который называется Персиваль Шутенбах. Вот. Но с другой стороны, на Персиваля это совершенно никак не похоже. Был, конечно же, вариант, что это может быть трек английской фолк-группы, которая называется Black Mars Night, которая существует с 97 года. Но вроде бы как тоже не их. Вообще этот трек назывался, подписан как The Witcher Va Fail, то есть по названию квеста, который дает Йеннифер конкретно в Каэр Морхене. И по-русски, конечно же, это звучит как «Прощай, прекрасная». Вот. Треку, как я уже сказал, минимум 4 года. Может быть, он сделан даже еще раньше, чем 4 года назад. Поэтому, если вы знаете, кто автор этого трека и кто, соответственно, исполнитель, будем вам очень благодарны, если вы напишете автора в комментариях под этим видео. Давайте его немножко послушаем. Музыка на самом деле очень хорошая. Смотрели это видео, что вы услышали вопрос. С вами был Алексон Лео, канал Тактика Гвинта. Побед, удачи, пока-пока.